Внимание безопасности на воде. В этом году в водоемах области погибло уже 34 человека. Печальную статистику озвучили в среду на штабе МЧС. В нем приняли участие спасатели и муниципальные власти. Как не допустить, чтобы отдых превратился в трагедию? Об этом в нашем сюжете. С начала купального сезона утонули уже 11 человек. В 90% случаев причиной трагедии на водоемах был алкоголь. На официальных пляжах, а их в области 59, происшествий не было. Мы всячески пытаемся воздействовать на граждан, чтобы они купались именно в организованных местах, то есть специально оборудованных на пляжах. Там у нас хоть какая-то, но создана инфраструктура. Значит, там имеются спасатели, там имеется буйковое ограждение и так далее. Вот профилактические беседы, они в ежедневном режиме проводятся. К словам спасателей, куряне прислушиваются, но не все. Некоторых не останавливает и административная ответственность за распитие спиртного. Оштрафованы уже 28 человек. Пьют в местах, отведенных для организованного купания, что правилом категорически запрещено. Нет взаимодействия муниципалитетов с полицией. Да и полиция не до конца выполняет то, что, в принципе, должны выполнять. Поэтому и сегодня такие вот результаты плачевные. Регулярные рейды, разъяснительные беседы, дежурство на пляжах. Спасатели не устают напоминать. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Выбирайте для отдыха официальные пляжи и не оставляйте без присмотра детей. И не будьте безучастными, если кто-то рядом нарушает эти простые правила. Ответственность и неравнодушие помогут избежать беды. Вероника Викторова, Антон Латышев, телеканал «7».